Итак, всем привет, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Кто-то меня давно просил разобрать мой костюм Горка. После использования его, данный костюм у меня уже где-то 4 года. Вот, и я могу сделать уже какие-то краткие характеристики, рассказать вам вообще, как он себя показал, данный костюм. Да? Данный костюм от фирмы Барс. Это Горка 4 Анорак. Давайте начнем с штанов. Брал я его 4 года назад. Сейчас он стоит 3000 рублей. Кому интересно, ссылочку на покупку я приложу в описании к видео. Кому интересно, можете прикупить. Данный костюм известен всем походникам, туристам. Это такая штормовка. Используется военными. Да? То есть, ну, все знают, что такое Горка. Типа Анорак. Но про верх я расскажу попозже. Данный костюм выполнен из брезента, то есть это палаточная ткань. Вот здесь вот у нас идет палаточная ткань. Здесь у нас идет материал по типу рипстоп. Этот костюм мной использовался для катания на велосипеде, куда-то для походов в лес. Да? Что я хочу отметить? Давайте сначала пройдемся по внешнему виду данного костюма. Цвет хаки, как вы видите. Да? Сейчас, вот в данный момент, эти штаны, они стиранные. Стиранные они, наверное, раза 3 или 4. Соответственно, после стирки у нас теряется цвет. То есть вот этот цвет хаки становится более белесым. Но в принципе это не страшно, но все равно внешний вид Горка начинает терять. Не знаю, критично это или нет, для меня лично нет. Так как я штаны брал чисто для катания на велосипеде, для куда-то поездок в лес, походов в лес. Для такого, так скажем, использования. Вот. Поэтому для меня этот момент в принципе не важен. Нижняя ткань, вот эта вот ткань, которая наложение идет на колени, она практически не износилась. То есть она вот, как она была такой, так и осталась. Цвет она не потеряла. Но в принципе, терять тут нечему. Цвет это все-таки ткань рипстоп такого плана. Что мне понравилось в этой Горке, это вот эти вот так называемые стопори. То есть они находятся как раз вот внизу. То есть ногу когда вставляете, нога у вас тут. И когда вы педалируете, либо высоко ногу задираете, у вас, соответственно, вот эта вот манжета, она не поднимается, вот, и не оголяет лодыжку. То есть вот это очень удобная вещь. Очень удобная. Что касается вот именно этой Горки, вот это удобно. Именно в четвертой Горке используется в штанах вот этот стопарь. В третьей, если не ошибаюсь, там система немножко другая. Вот. Опять же, вот эти боковые вставки очень прочные. То есть вот тут вот, да, когда педалируешь, ноги либо трутся там обо что-то, да, вот эта часть, она тоже не стирается. Тут специальная вставка брезентовая вот расположена, как вы можете видеть. Дальше по плюсам. Плюсы это карманы. Карманы здесь очень большие, что мне понравилось. То есть в них помещается довольно-таки много. Не говоря там по мелочам, да, допустим, перчатки, шапка, вот, и если куда-то в поход, то есть можно всего положить довольно-таки прилично в этот карман. Вот, ну, понятно, после стирки немножко вид потерялся, но это не страшно. Дальше, давайте перевернем их, посмотрим, что у нас сзади. Значит, хочу отметить, что, ну, задница, назовем ее так, да, вот эта часть, когда педалирую, я сижу на, собственно, да, вот тут вот попа. Она обычно протирается у многих штанов, образуются дырки. Здесь же такого нет. То есть, как вот оно было, так оно и осталось, цвет. Опять же, вот эта часть. У многих штанов протирается вот тут вот. Проблемное место, да. Вот, проблемное место, да. Ну, как вы видите, вот, идеально. Почти ничего не поменялось. Ну, небольшие насечки, засечки вот появились тут вот, но это в принципе не страшно. Вот так при ближайшем рассмотрении, если посмотреть, то можно увидеть, вот здесь вот небольшой такой как бы порезик идет. Вот, ну и затир, то есть небольшой, да, есть. Вот, это от частого катания на велосипеде, но в этих штанах, но это в принципе не страшно, пока что они держатся. И что, знаете, костюм на самом деле недорогой, сейчас он стоит 3000. Поэтому купить может себе позволить каждый. Дальше.
По поводу вот этих резинок. Резинки, ребят, супер на самом деле. Вот, они хорошо стягивают ногу, комфортно все. То есть вот эта часть держится вот она на резинке. Правая нога немножко у меня вот тут вот она, ну, грязная чуть-чуть, в мазуте, вот как вы можете видеть, да, мазут. Ну, это не страшно, зато такое придает аутентичность горке, штанам точнее. Вот, ну, штаны я использую чаще, чем верх, поэтому они, соответственно, износились. Сзади чуть и выглядит, скажем так, похуже. Но это не страшно. Если у штаны придут в негодность, я приобрету лучше еще один дополнительный комплект. Вот. Тем более, за такую сумму вообще идеальный вариант. По поводу вот этих лямок. Очень удобно, что в этом костюме используются лямки такого плана. То есть ты их накинул, соответственно, штаны не спадают. Вот, и очень удобно держится, как бы все. Лямки шикарные. Вот за это Барсу огромный респект вообще за лямки. Прям супер. В общем, доволен я данными штанами, очень сильно доволен. Теперь давайте перейдем к верху. Вот он верх. Верх тип анорак с карманом посередине. Видите верх какого цвета? Верх практически не выгорел, потому что я его реже использую. Вот иногда одеваю, еще у меня есть одна такая, ну то есть тактическая такая, скажем так, рубаха черная. Я ее одеваю, во многих видео вы меня видели. Вот, но по поводу верха что могу сказать? Непродуваемый материал, это хорошо, очень непродуваемый, плотный материал. По поводу вот этого кармана, очень глубокий, удобный, много чего сюда помещается в него тоже. Грудь закрыта, закрыли, капюшон очень удобный в этом плане у горки. Капюшон, ну, кто не видел, покажу сразу, как капюшон выглядит тоже. Вот такой вот капюшон. Тут он с козырьком, ну и, соответственно, по бокам идут затяжки. Можно утянуть по объему. По рукавам. Рукава были коротковаты, мне пришлось отдать в ИТРе, чтобы их немножко, чуть-чуть их, так скажем, увеличили по размеру, по длине. Вот. А так меня полностью устраивает данный костюм. По поводу его водоотталкивающих характеристик сразу скажу, что если пойдет сильный дождь, легкий дождь он выдержит, сильный дождь, палаточная ткань, она намокает. После того, как она намокнет, она станет очень тяжелой. Это минус горки. То, что материал здесь используется именно палаточная ткань, а не мембрана. Потому что в современных штормовых костюмах, анораках используется мембрана. То есть, соответственно, более технологичный материал. И... Но тут уже смотрите, ребят, кому что больше нравится. Вот, допустим, мембрана более технологичная, она будет стоить дороже. То есть она обойдется там в 5000 или 6 или 8000, даже может быть 10 тысяч вам обойдется одна курточка. А здесь вы приобретаете костюм за 3000. Ну, соответственно, менее технологичный, скажем так, устаревший может быть на сегодняшний день, потому что палаточная ткань воду она плохо отталкивает. Да, конечно, можно воспользоваться какой-нибудь пропиткой. Я смотрел много видео на YouTube, где каким-то втирают какой-то этот самый... какую-то пропитку, в пропитке стирают водоотталкивающий, да, втирают туда вообще герметик, чтобы она не промокала в горку. Ну, то есть изгаляются вообще всякими разными способами, чтобы придать водоотталкивающий эффект данной ткани. Мое личное мнение, что это не обязательно. Если вы покупаете данный костюм, то использоваться он должен в первую очередь в сухую погоду, осенью, весной, при температуре где-то, ну, если под ней что-то одевать, то спокойно от 0 до плюс 20 максимум, ну, на голое тело, либо на футболку 20 максимум. После 20, ребят, будет уже жарковато, собственно, в этой горке. Вот, проверено лично мною. Вот. Так как я катался осенью, весной и летом тоже проверял, этот момент важен. По поводу прочности. Действительно, ткань очень прочная, именно сама палаточная ткань не продувается. Вот эти прочные вставки на рукавах, прочные вставки на местах, где должен быть рюкзак на плечах, обеспечивают наилучшую, скажем, износостойкость все-таки этому костюму. Это очень важно. Ну, опять же, выбирать вам и решать. Это я рассказал лично свои
свои, так скажем, наблюдения по данному костюму в процессе эксплуатации. Эксплуатирую я данный костюм уже более 4 лет. И могу сказать, что ну, в своей ценовой категории это отличный вариант для, может быть, каких-то покатушек на велосипеде в лес, для походов, да, вот. Но опять же, на смену данному костюму приходят более легкие, более удобные вещи с мембраной. Основная особенность мембранных вещей, что они обеспечивают наиболее легкий вес. Если брать вот этот костюм, то он весит все-таки довольно-таки прилично. Вот. А если рассматривать какую-нибудь мембрану, куртки отдельно, штаны, даже куртку с мембраной, да, какую-нибудь ветровку с мембраной, с небольшим утеплителем, она будет гораздо легче. Если для вас важнее вес, вот, то, конечно, вы легче хотите что-то, да, какие-то вещи, то можно использовать более технологичные вещи с мембраной. Кто хочет, ну, скажем так, подешевле обойтись, да, вот, обойтись, так скажем, меньшей кровью, может рассмотреть и данный костюм Горка. Вот, ну, опять же, кому что, ребят. Тут смотрите, уже решать вам. Лично мое было дело вот вам как бы рассказать и показать, что стало с данным костюмом вот, на протяжении 4 лет его использования. Ну а на этом я, ребят, буду заканчивать видео. Желаю всем счастья, добра и хорошего настроения. Увидимся в следующих видео. Всем пока, друзья. Не забудьте, ссылочку на покупку данного костюма Горку 4 я оставлю в описании.